Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей, с вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чайку, кофейку, берите вкусняшечки, печеночки, садитесь у экранов, мы продолжаем играть в игру «Ходячие мертвецы». Финальный сезон у нас, и прошлую серию мы закончили на том, что нас, клемушку нашу, загрызли зомбари в лесу. Обещал я исправить ситуацию, давайте попробуем это сделать. Значит, там такая фигня, что AJ ранили, и мы не должны подпустить... чтобы на нас толпой набросились зомбаки. Мы должны быстро всех поодиночке убивать. У меня это в прошлый раз почему-то не получилось. И меня загрызли. Сейчас попробуем. Оу! Оу! Вот они. Так, в прошлый раз я бил по коленям. Сейчас я этого делать не буду. Сейчас я просто бью в голову. Сразу. Готово. Так, бегом. Сразу в голову, А, понял, хорошо. Ага. Очень интересно. А почему? Значит, в голову сразу бить, типа, это долго? Охренеть, погоди. Ну, здесь никого реально нету, вы чё? Все. Просто я не вовремя нажал, походу, что-то. Да что такое? Друзья, я не понимаю, а что происходит-то? Почему так происходит? Либо я просто заранее, типа, жму игры, что делать нельзя. Либо что-то еще. Давайте, ладно, смотри. Бля, вот что это? Значит, все-таки нужно бить по коленям. Я не понимаю. Ой, блядь. А что за херня-то сегодня происходит такая? Объясните. Вот они. Раз, два, три. Я их вижу. Я вот буквально бегу. Так, быстро. Опа. Хорошо. Готов. Допустим. Давай так. Так, дальше. Опа. Готов. Вот он на меня уже нападает. Так. Охренеть. Я не понимаю, что делать-то. Что мне с ними делать-то? Надо их поодиночке выцепливать, что ли, получается. Ладно. Так, допустим. Окей. Все равно у меня хватает, видишь? Бля, что за приколы? Это немножко раздражает, если честно. Давай посмотрим, что у нас вокруг. У нас вокруг больше никого нету. Окей. Странно, то есть не надо на них бежать, что ли? Надо ждать стоять. Да блять! Готово. Ага. Так, сейчас еще будет волна, я помню, еще волна. Так, раз, справа, вижу, бежит, бежит, красавец. Да как? Нет. Тут слишком громко. Стой. Кто это? Чё за приколы? Слушай, мне кажется, по голосу это тот парень, который рисовал. За мной. Или не он? Нет.
А зачем ему маска? Или это кожа, что ли, с трупака? Вонючая. Или что это? Или это просто маска? Почему его не тронули? Почему его зомбари не трогали? Что за бред? Ой, нас кто-то спас, короче, ладно. Это уже хорошо. Это уже неплохо. Но я не понял, кто это. Наверное, он, да, это кожа, наверное, вонючая. Туда. Хрен, а я думаю, что такая башка огромная? Нет, это не он. Не парень. Я еще не понимаю, его у Эй-Джея укусили или... Что это? Вытащи осколки. Это шрапнель, это его шрапнель. Я? Я его подержу. Это его просто зафигачило этими осколками. От дерева, наверное, или еще от чего-то. Вы готовы, дети? Да, капитан! Излечь. А, это дробь, ну понятно. Так, быстренько ищем излечь. Вытащили. Это его дробью попало, короче, ему. Друзья, напишите, пожалуйста, у вас тоже такое было? Это как бы, ну, не избежать этого? Что у нас в Эй-Джея дробь залетела. Стараюсь не шуметь. Хорошо, Эй-Джей, просто дыши. Надави руками здесь, останови кровотечение. Кто ты такой? Все хорошо, Эй-Джей, он тебя подлатает. Этого хватит на первое время. Кто это? Тише, тише, тише. Где наши вещи? Мой пистолет. Мы потеряли их, дружок. Луиса подстрелили. Луиса подстрелили. Я видела. Они спасли нас. Да, спасли. Нет, это значит, что ты левый, слушай. Отстой. Ну да, отстой, согласен. Это кто-то левый какой-то человек. Его колбасит всего. Так, ну да, костру неси, а что делать-то? Кто, это какой-то одиночка какой-то, видишь? Он сидит, как я понял, в коже ходячего, и поэтому его не трогают, что его от него воняет. Я не пытался вам навредить, ходячие должны были помочь вам сбежать. Это ты отправил ходячих? Был частью группы, называя себя шепчущейся. Они научили жить среди стаи ходячих, перемещаться с ними, направлять куда нужно. Интересно, кто это такие? Почему же ты один, если был в группе? Они напали на общину, устроили резню. Не мог с этим смириться. А наверное, болит? Община там, где Лили. Есть хочется, там где этот однорукий Лили, наверное, из этой общины он. Да, взять яблоко, здесь нечего спорить. Нечего спорить, надо взять. Спасибо. Он это запомнит. Хорошо. Что мы его поблагодарили или что мы последнее яблоко забрали? Милость его стороны. У тебя есть имя? Как же давно? Что давно? Я им не пользовался уже давно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы его знаем. Смотри, мы его знаем, нет? Нет. Джеймс. Джеймс. Это просто парень какой-то. Почему ты помог нам, Джеймс? Что ты знаешь о людях, которые на вас напали? Я знаю Лили. А они похищают детей, я их всех перебью, почти ничего. Они похищают детей. Я знаю, что они похищают детей, забрали двух в прошлом году. Да, для них это обычное дело. Они к северу отсюда ведут войну, вся их община против другой. Интересно как.
Вот почему они забирают людей, чтобы те сражались, обучают их и бросают в бой. Ну, как его, короче, понятно. И ты бы стала мясом. Опа. Быстро. Это ужасно. Да. Поэтому я вам помог. Спасибо. Клем? Постой. Брось куда-нибудь, отвлеки его. Угроза исчезнет, и никто не пострадает. Блин. Он сказал, никто не пострадает. Ни мы, ни он. Джеймс запомнил это, хорошо. Спасибо. Короче, мы теперь еще и будем и камни кидать всю игру теперь. До конца игры. Понятно. Ушел. Было непросто отправить стадо вам на помощь. Не хотел, чтобы они погибли. Кукуруза у него висит вон. Может, попкорн сделать? Итак, Джеймс, ты просто гуляешь по лесу, спасая первых встречных? Покинув свою группу, я скитался один впервые в жизни. Везде шла война, сначала против ходячих, потом друг против друга. Надеялся, здесь будет иначе. А ты откуда? Жила в школе поблизости, уже не важно. Вообще я из Джорджии. Джорджия. Далеко же тебя занесло от дома. Как будто прошла целая вечность. Так и есть. А ты сам откуда? Вашингтон. Я не знаю, далеко это или близко, вообще понятно. Из города или из штата? Город. У отца была передвижная закусочная, я помогал. Нам сейчас не помешало, да? Передвижная закусочная. Что ему плоховато, да? У тебя жар. Рану надо как следует промыть и дать ему лекарства, если каким-то чудом они у вас есть. У нас ничего нету. В школе есть лекарства, но вряд ли ребята поделятся. Вот почему они на вас напали, так? Чтобы добраться до школы. Да. Они уничтожают все, что найдут, приведут больше бойцов, найдут еще оружие, заберут оттуда всех. Короче, война идет. Школа не сможет отбиться от них. Ему нужен уход, придется вам вернуться, иначе он погибнет. Я должна их тут предупредить. Хочу помочь им убить Лили. Они не по... Я должна вернуться и предупредить их. Так надо. Благодарна, раз они с вами так обошлись. То есть мы... Я помогу тебе вернуться. Пройти ходячих, если ты знаешь путь. А через час пойдем, короче. Значит, еще пару часов можешь поспать. Поспать, ему херово, ему там не до сна, по-моему. Я не буду спать, можешь отдохнуть. Ну да, тут доверие, знаешь, такое себе. Спи, я посплю. Так, я буду спать. Это может сказаться в будущем, что мы накосячим где-нибудь. Хорошо, как же ты? Этой ночью могу и обойтись. Выспись как следует. То есть он запоминает, что мы ему доверяем, да? Джеймс запомнил это. Спокойной ночи. Нам же все равно нехер терять, по сути. У нас так ничего нет. Спокойной ночи. Ни пистолета у нас, ничего нету, мы все просрали, терять нечего. Лучше отдохнуть перед тем, как куда-то идти, я считаю. Сейчас, если бы мы не отдохнули, он бы понял, что мы ему не доверяем, и мы были бы слабы на пути обратно. Да, повороты, конечно, такие тут лютые.
Бля, он в этой маске ходит, его же просто, блядь, стрелой бахнут и все. Что ж такого черта увидеть в маске? Это же ужас. Is he awake? Он в сознании? Да, но у него дикий жар. I can carry him. Я его понесу, ты без сил. No. Нет, я сама. Ну, такой не спорил, да, как скажешь. А, мы должны идти, я понял. Ловушки, ловушки. Больно. Держись, почти пришли. Бля, вот такой в этой маске, это пиздец. Ходячий! Вайлет, Луис, они вернулись. Слушай, ты ведь живешь там совсем один, да? Мог бы остаться с нами. А, ты мог бы остаться с нами. Нет, такой, спасибо, нетушки, да? Пока не готов. А, и ушел. Просто ушел? Хрена себе. Вот это поворот. Охренеть. Я больше не могу тебя нести. Скоро будем в школе. Пока отдыхай. Давай, говно, открывай двери, блядь. Не выебывайся. Ну они вроде, видишь, они, блин, нормальные же вроде. Черт, он что? Он жив. В него стреляли, и у него жар. Давай, занесем его. Не могу. Охренеть, блин, ну зачем вот было прогонять? А, у него рука ранена, ага. Ну скажи, что спасибо, что вы нам помогли, извини, что тебя ранили. Все хорошо, дружок, я с тобой. Они все-таки нормальные ребята, блядь. Ну случилась хуйня, ну так-то видно, что нормальные ребята. И сразу он помог сразу, не начал там какую-то хуйню. Я думал сейчас, что вы пришли, да что вы здесь забыли, мы же сказали вам уходите. Нет, смотри, сразу открыл и все. Повезло, что кто-то этот стрелой в этом в голову не попал. Дай гляну. У меня все нужно наверху, идем. Мы вытащили осколки из раны. Мы? Долгая история. Короче, мы сейчас и расскажем про общину. У него жар, бедняга. Его организм борется с инфекцией. Сейчас мы рассказываем про общины, про войны и все такое. Руби и Луис о нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, поговорим в кабинете. Она теперь за главного? Клем, тише, тише, постарайся отдохнуть. Немного, ладно? Скоро поправишься. Клем! Клем, ты мать, Клем! Клем, блядь, Клем, Клем. Клем, Клем, Клем. Чего? Эй-Джей, слушай Руби, ладно? Она за тобой присмотрит. Вспоминай, что мы делаем, когда нам страшно. Мы не позволяем страху победить. Мы не позволяем страху победить. Все, уже прошло. Ага. Нахер там вот это дыши, что-то там еще что-то. Клементина, прошу тебя, давай поговорим. Давай, давай, давай поговорим, давай. Слушай, насчет леса. Я видел, как они тебя прижали, и черт, это было жестко. Когда я услышал, что вы зовете на помощь, то я не думала, блин. Я просто отпустила стрелу, не знала даже, попаду или нет.
А потом Луиса подстрелили какой-то 10 сантиметров, и мы бы рыли еще одну могилу. Ну да. Я правда думал, что ты погибла, Крем. Просто сейчас все так херово, я жутко рада тебя видеть. И я рада, что ты здесь. Сраться сейчас нету смысла, они все-таки нам помогли. Вот бы и Мич думал так же, и все остальные. Мы с Луисом рассказали им, что случилось в лесу, та женщина, которая на тебя напала, Лили, сука. Значит, ты все-таки ее знаешь. Мы все гадали. Клем, кто она такая? Так, ну или так, она злобная тварь и всегда бы такой была. Папа у нее был добрый расист, она всем ему потыкала. Ну отлично, как будто мало нам всяких других придурков, блядь. Она убила кое-кого из наших, просто пристрелила во время спора. Ее звали Карли, она упорно не давала Лили собой командовать. Мы пересеклись только в самом начале, с тех пор я Лили не видела. Я тебе верю. Но еще есть еще кое-что. Вилли говорил, что у ворот с вами был какой-то третий, так? Джеймс, он спас меня и Джея, дал отдохнуть в своем лагере. Зачем ты привела его сюда? Показала ему путь. А Джеймс не рейдер, хватит меня допрашивать, я ему доверяю. Джеймс не рейдер. Слушай, он не один из рейдеров, он сам по себе в лесу живет. Вилли говорит, что на нем были какие-то шкуры или типа того. Но это нормально, это нормально. Он носит кожу ходячего, так стады его не замечают. Еще он может их направлять. Однако... Ну ладно, мы говно мазались. Я бы не привела его сюда, если бы не знал, что он друг. Не то, чтобы я тебе не верила, меня волнуют все остальные. Черт, знает, что им взбредет в голову. Только мы похоронили Броди и Марли, как вылезли эти подонки, которые воруют детей. А теперь вы вдруг возвращаетесь, мы думали, что вы мертвы. Они мертвы, они не понимают, что случилось, не знают, как им относиться к Эйджею. Вайлд, Эйджей, им не стоит бояться в последнюю очередь. Знаю, просто сейчас в школе все через одно место, все ходят злые, напуганные, им нужно свалить на кого-нибудь все. Сама подумай, они же вас выгнали, как я, по-твоему, должна заставить их придумать? Никак, дай мне самой поговорить с ними. Джеймс сказал мне, что Лили и Эбель будут... Блядь, он сказал, что они найдут людей и оружие, потому придут за нами, заберут всех. Как он-то мог это узнать? Он долго за ней наблюдал. У них война с другой общиной, им нужны новые бойцы, поэтому забирают людей. Так вот, что случилось с Мини и Софи, они сделали из них солдат? Да, и с нами так будет, если их не остановить. Мини не любила убивать даже ходячих. Скажи, вот Джеймс тоже не хочет и не любит их убивать. Он камушками их отпугивает. Огляни вокруг, это же крепость. Как они быстро разговаривают, пиздец. Если немного попотеть над обороной, можно сильно усложнить им задачу. Ты реально знаешь, как это сделать? Как-то раз я участвовала в осаде города Ричмонд. Сейчас покажу. Так, организуйте оборону. Давай начнем с левой стены. У нас хорошие крепкие стены. Нужно сделать так, чтобы им нельзя было забраться, и у рейдеров будет... Блять, у нас в теплице была колючая проволока, что... Чего? Блять, ну серьезно, я не успеваю читать, просто не успеваю читать. Вроде у них в теплице была колючая проволока, она говорит, что нужно укрепить стены, чтобы у них был только один проход, вот этот вот главный, и все. Или что-то у них там еще в теплице были, я не знаю, помидоры, может, блядь. Здесь будет держать оборону, это понятно. Вход только один через главную дверь, а дальше центральная лестница. Если заставить этот путь ловушками, можно отступить сюда и заманить рейдеров. Мне нравится. Так, и последнее, двор. Двор полностью открыт, укрыться особо негде. Нужно перевернуть стул и сузить проходы через двор. Так мы будем знать, где они пройдут. По крайней мере, это выиграет нам время, если они переберутся через стены. Так, это что? Гринхаус, теплица. Вы же больше не пользуетесь теплицей, так?
Нет, как-то пользовались, мы потеряли там кое-кого, потом те придут захватили ходячие, Марлон запретил на туда ходить, безопасная зона, блядь. Проволока нам точно пригодится, так они заберутся на стены. Так они не заберутся, ага. Там проволока колючая, понятно. Я пойду. Значит, нам нужно в теплицу. Ты уверена? Я знаю, что ты такая боевая, но там же толпы ходячих. Что здесь, блядь, происходит, блядь, а? Вилли сказал, что она вернулась. Я такой, да не валит же не пойдет против общего решения. Что за хуйня? Потише, можно, мальчик спит, блядь. Жар уже проходит, Клим, все будет хорошо. Хорошо. Вот этот вот чувак, он самый злой. Зашибись. Мы еще и лекарства на них тратим, да, блядь? Мич, те люди, которые стреляли в Луиса, они собираются напасть на школу, блядь. Нам нужна помощь, Клем. Черт с два, может она из них, откуда нам знать? Так, просто постараться. Так. Я понимаю, что ты злишься, я у тебя погиб друг. Но тебе придется поверить мне, иначе у нас нет шансов. Я тебе доверяю только пустить пулю, что себе в голову? Мич! А, только мне в голову так. Клем идет в теплицу с колючей проволокой. Ты поможешь забрать оттуда все, что может пригодиться в бою. Не буду я. Будешь. Одной Клем туда идти слишком опасно. Одержишь ты хорошо. Я тоже могу пойти. Чтобы не цапались. Да пошла ты, Вив. С чего это вдруг раскомандовалось, блядь? С того, что никто больше не вызвался, блядь. Ребята будут ждать тебя у ворот, оттуда вместе пойдем в теплицу. Сначала хочу им все объяснить. Ладно, хорошо. Фу, я устал читать. Увидимся там. Я заебался читать, честное слово. Прости меня, малой, пожалуйста, держись. Не хотел выгонять, видишь? Я, блядь. Да ладно тебе. Да ладно, не реви, бля. Да, такое себе. Ладно, сейчас идем за колючей проволокой в теплице. Я почти не понимаю, почему в теплице, блядь, в колючая проволока, блядь. Нахуя она там? Чё, блядь, на колючей проволоке эти огурцы-помидоры лучше растут, что ли, блядь, в теплице или что? Ну ладно. Допустим. Я как-то не задумывался, сколько времени прошло, как сильно тут все поменялось. Не поддается. Будешь стоять и дуться весь день, или все-таки сделаешь что-нибудь? Без ключей проволоки нам никак, надо попробовать войти по-другому. Пошел куда-то. Ну пойдем. В игровом мире можно найти коллекционные предметы. Кстати, да, я забыл. Точно. Мы же первую. Подожди. Мы первую эту самую закончили, да? Подожди. Вот, череп вепря, видишь? Нахера нам это, я не знаю. Вепрь, в здешних местах их редко увидишь, но там, где я бросла, вепрей полно. Когда я мелкая была, охотилась на них с отцом. Издают ужасные звуки, когда умирают. Мне нравится, будет хорошо смотреться на моей стене. Какой на твоей стене, блядь, тебя выгнали, у тебя даже ничего нету. Я не знаю, зачем это собирать, я не буду прям все тут разведывать, а собирать эти предметы не буду. Поговорить с Руби. Что такое? Так давно здесь не бывало. Мне здесь нравилось, но сейчас вот сплошные заросли. Приживу, давайте поймем, как попасть внутрь. Давайте поймем, давайте. Ну да, вот этот черт пошел, пойдем за ним. Я не буду искать коллекционные предметы, они нахер мне, на сюжет не влияет, чисто так, по приколу. Нафиг надо время тратить. Поговорить с Митчем, давайте. Чего тебе? Да ничего. Ты здесь только из-за того, что мы в полной жопе, так что не привыкай. Если переживем стычку с рейдерами, я еще с тобой поговорю. Тогда давай-ка сначала переживем. Так, заглянем в окно. Не вижу ни хрена, блядь. Но тут слишком много конденсата.
Конденсата? Слишком заумно для тебя. Заткнись, блядь. Лестницу вижу, конечно. А, понятно, ну ладно. Залезь. Так, подожди, здесь больше никуда не пройти, не пройти. Все, значит, залезать надо. Вон там окно, наверняка можно через него пролезть. Молодец, Мич, давай сюда, поможешь мне забраться. Погодь, пусть она летит первой. Мы пошлем того, кто, кого нам не жалко потерять. Да пофигу, я пойду. Я пойду первый, ничего страшного. Я-то думал, ты отбиваться будешь. Спасибо, Клем. Отбиваться будешь, блядь. Только руки пачкать. Кричи, если тебя схватят. Если там чисто, то дай знать, и мы зайдем. А то мы сами не догадаемся, что-то там, понятно. Так, ладно, смотрим. Так а там вроде никого и нет. Ниндзя! Они уже сдохли. Они живы. О-о-о, а у нас нож-то есть? Блять, она типа... Мы еще без оружия туда, что ли? Клементина, ты в порядке? Так, я-то в порядке. Так, давай. Жму. Все нормально. И... Мочи, пидорасов. Клементина. Я в норме, все нормально. О, слава богу. Еще один. Мочим козлов. Тихо. Б! На! Не дайте навалиться на вас толпой, хорошо. Не дам. Все готово. Еще ходячие есть? Точно всех убила? Ты хоть одного слышишь? Она их уложила. Не паникуй, блядь. Уже иду, сейчас открою. Погодите, блядь. Та-да! Заходи. Будь как дома. Неплохо. Я тебе могу нож в голову отнуть, хочешь? Смотри. Копытин канадский, опунция обыкновенная, топонимбур с милоцина. Топинамбур, извиняюсь. Давайте уже искать проволоку, а заодно и другие полезные штуки. Они за трех зомбаков не могли туда зайти? Вы серьезно? Поговори с Руби. Найдите колючую проволоку. Сорвать гриб. Некоторые грибы съедобны. Ага. Съедобны все, смотря в каком количестве. Так, взглянуть на газонокосилку. И чё? Так, что, все что ли? Так, взглянуть на лопату. Давай, сойдет за оружие. Или для копания могилы. Ну, ты не копала с нами ямы. Приходилось выгребать кружки... Блять! Кружками и масками, короче, могилы они копали, я понял. Так, что это что? Заглянуть, какая-то там грядка, короче. И чё? Нашла что-нибудь? Ага, может пригодиться. Так, ладно. Заостренный предмет всегда пригодится, согласен. Лопатка. Монтировка. Тоже в карман сейчас уберет. Точно! Я даже боюсь, не то чтобы она в карман убрала, я боюсь, как бы она в другое место не убрала монтировку-то. Так, секатор. Садовые ножницы. Ну, секатор, да. Yes, да, мои. Тоже убрал в одно место себе, ладно. Такое себе. Поговорить с Митчем, подожди. Не хочу я с ними разговаривать пока. Так, ага. Так, туда-сюда. Что там? А там пулемет. Нет, там колючая проволока.
Колючая проволока и много. Теперь рейдеры не решатся лезть на наши стены. Эй, вот это нам пригодится. Для чего? Мы сделаем из этого бомбы. Я думал, коноплю выращивать. Бомбы? Шутишь, что ли, блядь? Никаких шуток, у себя дома я такие 100 раз делал. Он всегда любил все взрывать, поэтому и считался трудным по подросткам, блядь. Каюсь. Мне всегда там всего-то нужен чуток пропана и что-нибудь дающее искру. Получше прилично самодельная взрывчатка. Это типа торф, что ли, или что это взрывает еще, или что? Так, колючка ясно, это ясно. Отодвинуть вот это. Ну-ка. А, вот там, наверное, из этих. Кажется, дверь в школьную лабораторию. Может, там и есть профан? Давай-ка, помоги сдвинуть эту штуку. Давай. Мухи жужжат там какие-то ужасные. Тишина? Или чё? Okay. Так, чё... Так, давайте взглянем, чё внутри, давайте. А чё внутри? Ёб твою мать! Чёрт, блядь! Да оторви ты её сильнее, да и всё! Вот и всё! Твою ж мать, вот жуть, блядь! Что там? Что там такое? Ты как? Испугалась, вот и все. А этот стоял, даже не помог, заметили? Вот тварь, а. О, нет. Что? Это, короче, одна из них. Одна из их этих подруг. Кто это? Мисс Мартин, наша медсестра, школьная. А, вот как. Она осталась, когда все остальные ушли. Боже, она выглядит... Ну, херовенько она выглядит, да. Она уже заросла, поросла. Она уже сама как цветок, как трава. Она больше не человек, теперь она просто удобрение. Мне так жаль. Мне очень жаль, Руби. Вот бы сделать ее такой же красивой, как раньше. Ваше отношение с Руби изменилось. Однажды мы отправимся добывать еду. Напали ходячие. Думали, сможем отбиться, но их было так много. Мисс Мартин приказал нам бежать, и мы бежали. Она научила меня, как ухаживать за ранеными, швы, местные анестетики, обезболивающие, жаропонижающие. Не думаю, что смогу позаботиться о ней. Может, ты... Прости. Да. Ничего страшного. Мне в начале игры эта девочка так не понравилась. Она такая какая-то выскочила нас такая. Кричала. А сейчас мне прям жалко что-то. Ты в норме? Ага, только дай мне минуточку. Хорошо. Ну же, помогите мне найти долбанный пропан и валим отсюда. Долбанный пропан. Ищем долбанный пропан. О, там прям какой-то на доске химия какая-то прям нарисована. Так, взять огниво, хорошо. Это не... Меч? Это пригодится? Яблочко, я как раз надеялся, что мы найдем здесь такую штуку. Это огниво, оно-то и даст нам искру. Осталось только найти пропан, и можно будет расхерачить этих ублюдков, блядь. Дает искру, хоть и не сразу, хорошо. Осмотреть мензурку. Нашла чего? Я даже не представляю, что это такое. Так, здесь еще что-то стоит, погоди. Нельзя нюхать, ты чё? Так можно слизистую обжечь, так нюхавши, так нельзя нюхать. Причем там оно стоит уже хер знает сколько. Так, давайте дальше смотреть. Так, взять Венерина мухоловка. А, это цветок. А, ну это еще один коллекционный предмет, понятно. В жопу его засунем. О, с такой улыбкой, блядь. Приятно, наверное, блядь. Так, сборщик, ага.
Достижение. Нашли все коллекционные предметы второго эпизода. Ха-ха, все две штуки. Хуя себе, ну ладно. Так, взглянуть на доску. Что там, аргентум же это железо, да, по-моему, АГ. H2 силициуму 3. Не пойму. Я плохо это помню, это еще в школе все проходилось, это было очень давно. Взять баллон с пропаном. Надеюсь, там внутри газ. Ну давай, что такое, я же жму. Во, супер, давай. Помогай давай. Ништяк, теперь у нас есть все необходимое. Надо вернуться и рассказать остальным. Сначала надо похоронить мисс Мартин. Похоронить ее? Зачем возиться? Она же ходячая, блядь. Помогите вытащить ее наружу, там сожжем. Нет. Мы живы только благодаря мисс Мартин. И? Она заслужила нормальные похороны. Ну, в принципе, здесь, рядом с ее любимой теплицей. Ну, в принципе, можно на самом деле. Чтобы никто не видел ее такой. Я буду похоронить. Я помогу тебе похоронить. Так и надо поступать с близкими людьми. Ну а что? Огромное тебе спасибо. Ну а что, действительно? Это не она, это Хатч. Ну какая разница тебе-то? Это 5 минут займет. Ладно, мне пофиг. Я не собираюсь тратить силы на эту тушу. Да и хрен с тобой. Ну это займет реально 5-10 минут, но это, блин, как бы... Если это был для нее такой близкий человек, почему нет? Как бы... Тебе было бы приятно, если вот, вот я был бы близкий человек, а вы, да вот так вот. Я постараюсь, я поставлю надгробие, но мисс Мартин тут нравилась, здесь она будет счастлива. Как похороним ее, все расскажу. Блядь, что у нее, у тебя доброе сердце, всем расскажу, что у тебя доброе сердце, хоть ты и грязнули. Эй! Ну спасибо, она расскажет, у меня, всем расскажет, что у меня доброе сердце. И что я грязнули, бля, да. Мы такие. Думаешь, этого хватит? Будем надеяться, тогда Лили и ее люди не смогут штурмовать стены. Им придется прорваться через ворота, и мы будем готовы. Заведем лопаты огненную разрывную смерть. Чё? Блять, ну короче, он типа своими бомбами там все, короче. Друзья, я реально не успеваю читать сегодня. Просто не успеваю читать. Акт 2 пройден, хорошо. Что у нас там еще минут 15 у нас есть времени? Сейчас посмотрим, что будет дальше. Очень быстрые разговоры, очень много разговоров. Читать очень сложно. Вроде нормально, да? Кто там? А, привет. Принес вам вот, вот вам. Я заметил, что его рубашка порвалась, когда, ну, ты поняла. Спасибо. Где ты это взял? Это одежда Тена, он носил ее, когда только прибыл сюда. Думаю, AJ она будет как раз. Как он? Получше, жара уже нет. Это хорошо. Спасибо, что принес его. Не за что. Значит, у нас снова есть теплица и бомбы. Это была идея Митча. Я так и понял. Вайлет говорил, что мы начнем подготовку утром. Хорошо. Похоже, все они согласны принять вас обратно. Да ты еще, да? Во всяком случае, на время. Хорошо, я просто хотел, чтобы они нас простили. Я только сказал, что они не против, чтобы вы остались. Во всяком... Блядь. Но это не значит, что они снова хотят с вами дружить. Значит, остальные не против, а сам ты что думаешь? А оставайтесь, пока не поправитесь. А потом что? Не знаю, Клементина. Клем? Привет, малыш, как себя чувствуешь? Лучше, но все еще болит. Знаю. Привет, Луис. Привет, малой. Я скучал по тебе. Мы снова друзья? Да скажи ты да и все, это же ребенок, блин, скажи просто да, да. Выспись хорошенько, хорошо? Че ты вот, ченьки? Ну скажи ты ребенку, да, мы друзья, Луис, и просто и нормально все будет. Я скучал по тебе, я не могу тебе простить. Прости, тебе больно, и это наша вина. Дело не только в вас, Марлин. Он... Забудь. Мне пора.
Я не стал, что-то я там скучала по тебе. Я не скучал по нему, честно, как бы. Я не знаю, как Клементина, а я не скучал, как бы. Я больше не злюсь на него. А ты? Блять, я никогда не на него не злилась. Я нахрен ярость. Это пройдет. Я никогда не злилась. Я никогда на него не злилась. Я понимаю, почему он так поступил, почему хотел, чтобы мы ушли. Я тоже. Давай-ка посмотрим, что нам принес Луис. А потом ляжем спать. Долгий был денек. Ага. Джеймс добрый, но мне нравится спать на земле. Мне тоже. А, но мне не нравится спать на земле. Джеймс это тот, который в маске был, как я. Да-да-да, по-моему, он. Так, окей, ну давай посмотрим. С помощью коллекционных предметов, так, понятно, взять, так. Показать Эй-Джей футболку с диска брокколи. Спортивная форма Эриксона. Псом ученым. Я бы брокколи выбрал, честно. Давай посмотрим. Hey, о, смотри, это же диска брокколи и его друг. Хотела бы я посмотреть с тобой этот мультик. Me too. И я тоже. Диско брокколи, это, кстати, в самом начале, когда из машины мы вышли, там валялась игрушка вот этого брокколи. Так, ладно, давай, ну, вот этот. А как тебе это? Похоже на ботинки Тена. Да, кажется, на них тоже тот же персонаж. Круто. Так, ну давай вот этот. Очень даже ничего, напоминает куртку Марлона. Ты прав, но мне кажется, она тебе пойдет. И нам нужно выбрать, да? Я не буду выбирать Марлона. Во-первых, потому что напоминает туда-сюда, и все будут смотреть, может быть, криво. Футболка с псом ученым, такие же у этого были ботинки. Он тоже, может быть, знаешь, такой, блин, мою одежду отдали, вот тот парнишка, да, подумает. Мы возьмем футболку диско брокколи, и мне кажется, Эй-Джей отреагировал на нее более как-то весело. И она реально веселая. Пойдет. Надеюсь, как станет лучше, ладно? Ага. Пора спать. Что? Я скоро задую... А, свет мешает спать, я скоро задую свечу. Я бы реально тоже такую футболку одел. Веселая, прикольная футболка, почему бы нет? Так, давай, что у нас тут? Поставить... О, у нас грибы будут. Интересно, как он простоит. У нас есть свои грибы. Так, череп, нифига себе. Ну, череп надо на стену. Крутяк. Не, ну так реально некрасиво. Его нужно было на двери вот туда повесить. Чтоб он торчал на дверь, вы чё? Взглянуть на гриб. Нет, взглянуть мы не будем. Так, а чё у нас? А у нас всё. Так, взглянуть. Всё, тушим... А, подожди, а это что? А, мухоловка, точно. У нас же там цветок был. И всё она достаёт откуда? Правильно, из кармана. Так, ну вроде как всё. Тактильный контакт. Разместите все коллекционные предметы второго эпизода. А, все, да, все, значит, все. Спокойной ночи, крепко спи. Ходячую руку не давай. А если они рядом? Бам! Чё ты? Чё тебе это? Чё это? Углы рта вниз ушли, а? И пришей букву Д, блин. Это же футболка с первой серии, с первого сезона. Тебе ее Ли подарил. Да, Ли? А, нет, подожди. Нет, не Ли подарил. Она была в этой кепке изначально. Это же как-то, ну, типа, что там от родителей, что там у нее там осталось. Я не помню уже, честно, блядь, не помню. Но все равно, блядь, это памятная кепка, надо это самое. Зашить, заштопать, короче. Так, у нас тут целый план, да? Что такое? Офигеть, самое прикольное, что мы реально встретились с Лили снова. Вы понимаете это? А, типа ночь наступила, все сделали. Ага. Ага. Мы снова встретились с Лили. Это, конечно, жуть. Но она, видишь, она все-таки, блин. Ну как все-таки? Не убила хотя бы? Руку там что-то подала туда-сюда? Посмотрим, что будет. 2 недели спустя? Хуя себе. Ебать.
две недели прошло. О, флешбеки. Нет? Да, флешбеки. У нас на флешбеке 10 минут. Эй, Джей. Флешбеки, сейчас Эй, Джей будет мелким. Смотри, раз ребенок кричал, то Эй, Джей. Где ты? Гребаные флешбеки, блядь, ненавижу, ненавижу. Честно, не люблю в играх, найдите Эй, Джея. Не люблю в играх флешбеки. Вот возвращение и там в прошлое, рассказы, истории, вот этих там воспоминаний. Ёб твою мать! Так же можно обосраться. Лошадь. Привет, я лошадь. Я Клементина. Пойдем кататься. Я лошадь. Чё это за хуйня? Ёбаный стыд. Она грибы попробовала, походу. Грибы попробовала с этой с полки, стопудово. Эй, Джей? А, это вот типа там, типа есть, короче, это не флешбеки, это сон. И, наверное, снится, что началась вот эта лошадь ранена. Я устала! Йо-го-го-го-го. И пропала куда-то, смотри. А, нет, лежит, лежит, лежит. Йо, подними меня! Подними меня! Я лошадь, подними меня. Охренеть. Эй, Джей? Дурацкий очень на нервы действует плач ребенка. Реально, честно. Еще в наушниках это все. А там танки в городе, блядь. Нет, не показали нам танки в городе. Тебе приснился кошмар. Тоже, что и раньше. А то, что случилось на ранчо. А-а-а, я в норме, дай мне минутку. На ранчо это то, что где мы взяли, нашли этого, Эй-Джея. На ранчо. Что там у тебя? Тоже кошмары мучают? Чё он сидит с ножом-то реально, блядь? В последнее время они тебе часто снятся. Нож положи. Сейчас еще кинется, смотри. Это сон во сне. Мне так спокойнее, когда я не сплю. Не хочу больше спать, никогда. Наверняка продержусь без сна. Так. Здесь ты в безопасности. Давай так вот. Здесь ты в безопасности, Джей. Здесь мы в безопасности. Что-то не похоже. Раньше ты так думал. Что такое? А, это рана. Давай помогу тебе лечь в постель. Нет. Не надо вечно обо мне заботиться. Ты всегда говоришь, терпи. Вот я и терплю. Ты говоришь, будь сильным, и я им стану. Сильным, но не глупым. Я учил тебя быть сильным, а не глупым. Я не глупый. Отмахиваться от людей, которые пытаются тебе помочь, это глупо. Пожалуйста, не называй меня глупым. Может, и зря это сказал. Ну серьезно, то, что он творит, немножко, он немножко как бы глупость иногда делает. Ты решил, тебе пришлось так стараться? Спасаться и... спасать и скупить меня, что-то там. Я буду больше тебе помогать, чтобы тебе не нужно было все делать самой. Ты куда это, блядь, собрался? И в патруль. Патруль? Искать опасность. Чего? А почему бы тебе не остаться здесь? Какой нахер патруль? Ты чё, блядь? Ложись спать, а я буду сторожить тебя от кошмаров. За точку положи и в койку, блядь. Как ты это сделаешь? Ты же не волшебница. Откуда ты знаешь? Может, я просто про никогда не говорила, что я волшебница? Врёшь ты всё. Так, нож положил и быстро в койку спать.
нож на полку и спать. What is it? Что такое? Can I... Можно мне поспать с тобой? Ну, как когда я был маленьким. Like I did when I was little. Yeah. Конечно, залезай. I'm not scared. Мне не страшно, я просто устал. Уверена, он тебе не понадобится. AJ? What? Чё? You're still little. Ты все еще маленький. Yeah, да, знаю. Мне кажется, Клементина вообще со временем нас побелела. Она тоже была вроде как афроамериканкой, вроде как бы, да? И, а здесь она прям вот вообще уже белая, прям такая. Или не была она афроамериканкой, мне казалось. Нет, не была она даже, не была. Не, она была такая какая-то. Темноватая немножко, по-моему. Или не была. Ты как, малыш, готов? От кошмаров только больше устаю. Я тоже. В твоей кровати мне спалось лучше. Моя очередь стоять до зори. Здорово, здорово. Давай, дуй. Ишь ты, блядь, дозорный, блядь. У меня есть другие дела. Никакие, просто кое-что важное. Блин, Луис, подойди ты к делу серьезно, хоть раз в жизни. Уже сколько гребаных дней подхожу, серьезно, почти 2 недели. Все-таки все так и делают, возьми себя в руки. Что случилось? Что такое? Что? Чего случилось? Ты чего? Привет. Лили, я и Абелю давно бы пора на грудь. Че? Не знаю, раньше я переживал, что мы не успеем подготовиться, а теперь приходится ждать, и всех это бесит. А, я понял. Помощь нужна, кстати, нужна. Можешь проведать народ, убедиться, что никто не утупит. Да, давай. Спасибо, Клем. Пойду заколочу задний коридор, раз уж Луис отказывается это делать. Так, друзья. Так, давайте помогите всем подготовиться. Хорошо, друзья, подготовиться мы будем уже помогать в следующей серии. На сегодня, наверное, все, уже играем почти час. Друзья, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делайте репосты, колокольчики ставьте, чтобы не пропускать новые видео и новые стримы. И также подписывайтесь, конечно же, на канал. Вам всего лишь нажать на кнопочку подписаться, а мне будет это очень-очень приятно. Также переходите в группу Борода Play Game, которая у нас есть ВКонтакте. Там также я размещаю видосы, всякие стримы туда выкидываю также. Теперь их можно смотреть и ВКонтакте. Тоже ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И, конечно же, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вам не сложно, а мне приятно. Буду вам очень признателен. На этом все. До следующей серии. Удачи. Пока-пока.